Здравствуйте! Сегодня сделаем краткий обзор по теплице, но сперва мы находимся пока на улице. Сегодня 11 октября. На улице еще все цветет пока, но этой ночью обещает быть заморозком. Не знаю, что оно будет. Перец еще растет. Вот мы видим зелененький он. Цветочки цветут. Помидоры, конечно, мы уже с улицы удалили. Вот. Патиссончики еще маленечко зеленеют. Виноград еще висит гроздьями. Это плен маленько стало, остальное весь виноград поубирали. Грозди уже нет, только на плевене. Теперь мы пойдем в теплицу, посмотрим, что там есть в теплице. Теплица у меня из поликарбоната. Она, конечно, намного лучше, чем пленочная. Вот открываем теплицу, ручечка так сделана аккуратно. И заходим в теплицу. В теплице, соответственно, теплее, чем на улице. На улице около 7 тепла. В теплице где-то на градуса 3-4 теплее. Вот как мы видим, конечно, здесь не густо, но, так сказать, и не пусто. Вот первое справа, что мы видим, это помидоры. Они еще цветут. Даже и не думают, что их может мороз этой ночью стукнуть. Помидорчики зеленые еще пока висят. Вот, не срывали. Вот там гигант какой большой помидор вытянулся. А это огурчики. Огурцы, конечно, листу пришлось мне много посрывать, потому что она начала темнеть, и которая подсохла листва, я ту всю удалил. Только осталось зеленое. Мы как видим, еще есть много завязей даже. Цветут огурцы еще. Вот, цветут. Если огурчики висят, покушать можно сорвать и на салат. Итак, вот огурец. Вот посмотрим дальше, что у нас есть. Вот тоже огурчики есть. Хоть крючком, потому что ночью прохладно, где-то около 5 этой ночи было тепла. Ну, висят еще. Вот здесь тоже еще огурцы есть. Линька — это китайский жаростойкий. Это большой такой пупырышком, это герман, я их каждый год сажаю, мне они нравятся, потому что сарацин сажал, многие говорят, хорошие, нет, сарацин уже давно вывелся, он слабенький, холода, неустойчив, а герман все же таки лучше стоит, вон там цветочки цветут, огурчики есть, вон там огурец висит один, тут висят огурчики, вот, как мы видим, огурцы есть, их покушать достаточно будет. Вот там видим помидорочки висят, сколько много еще зелененьких. Цветут еще помидоры. Еще помидоры растут. Все помаленьку растет так. Сейчас мы посмотрим, я обновлял здесь плети огурца. Посмотрим, есть смысл их обновлять или нет. Вот как мы видим, вот эта вот плеть. Вот она вся здесь, около 2 метров у меня закопана. Вот мы сейчас чуть-чуть аккуратно раскопаем, все равно они скоро погибнут. Вот, вот видим, корешки образовались в плети, все равно корешки образовываются, вот они, в плети корешки есть. Вот. И тут я кольцами вот так накладывал их, углублялся и накладывал так кольцами. Колец у меня тут где-то, ну, оно, наверное, метру, тут, я думаю, не менее 2-2,5 метра кольца у меня уложено, и высотой еще метру где-то около 2,5 тоже. Эти плети длинные. Ну, вот так оно выглядит. Вот здесь еще посеяли редисочка, зашла, не знаю, успеет она ли вырасти или нет, не знаем, как будет погода. Это петрушечка, кудрявчик. Здесь еще и укропчик растет, и рассада. Роз занесли, тут теплее все же так, чем на улице. Вот помаленечку все растет. Для меня лично теплица — это одно, а улица — это другое. И лучше ли в теплице или не лучше, стоит ли обновлять плеть огурцов или не стоит, я вот только делаю обзор. А вывод делать вам самим. Выгодно ли это мероприятие или невыгодно. Ну вот и все. Кратко сделал обзор на небольшом своем земельном участке. Всем желаю успеха. Кто не подписался, подписываемся на мой канал, если хотите получать известия о добавленных новых мною видео. Всем до свидания!